В Казанском федеральном университете разработали технологию, благодаря которой можно на 20% увеличить коэффициент извлечения нефти. Используя всю историю разработки месторождений и искусственный интеллект, ученые способны предсказать места расположения так называемых «сладких пятен» – мест, где есть остаточная нефть и где ее много. Чтобы добыть такую нефть, больших вложений не потребуется, так как в процессе ее добычи используются старые месторождения. Мы договорились, что будем разрабатывать технологию по локализации остаточных запасов нефти, которые, как правило, можно обнаружить на сильно выработанных крупных месторождениях. Проект реализован благодаря гранту Министерства науки и высшего образования Российской Федерации. Его размер составил 217 миллионов рублей. В разработке приняли участие геофизики, геохимики, геологи из Института геологии и нефтегазовых технологий КФУ, а также большая группа программистов и математиков. Эта технология, она, скажем так, постоянно эволюционирует. И первая ее версия, она уже применяется в Татнефти. Также есть высокая заинтересованность со стороны «Газпромнефти», но там немножко своя специфика. В работе используется способ представления геолого-промысловых данных скважин и характеристик околоскважинной зоны. Результатом расчета по данной методике становится двумерная карта месторождения. Эксперты подчеркивают, что у данной разработки нет аналогов, поэтому технологии уже заинтересовались российские и зарубежные нефтяные компании. Глеб Нигмати, Маргарита Михайлова, Универньюз.